Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Если бы только с военной операции Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились. Ясно, делириум тременс. Белая горячка. Да белый горячий, совсем белый. Но вы не волнуйтесь. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Скорее бы автоматы дали. Автоматы. Гранат побольше. И одну мину.